Майские праздники уже традиционно вносят коррективы в работу общественного транспорта и создают временные трудности для движения легковых авто. 1 мая перекроют центральную часть города по маршруту проведения легкоатлетической эстафеты. Днем на проспекте Ленина, улице Карла Маркса и Шереметьевском проспекте будет полностью перекрыто движение для всего транспорта. В преддверии празднования Дня Победы 29 апреля, а также 4 и 7 мая по утрам будет закрыт Шереметьевский проспект от улицы Громобоя до Крутицкой. Городские власти просят отнестись автовладельцев с пониманием и пользоваться общественным транспортом. 9 мая он будет курсировать до полуночи. Конкретно 9 мая будет ограничение до 15 часов с 7:00 до 16:00 по Шереметьевскому проспекту от Громобоя до 10 августа и по 10 августа от Марии Рябининой до проспекта Ленина. Также будет организовано шествие бессмертного полка по Красной Армии от площади Победы до проспекта Ленина и по проспекту Ленина от 10 августа до площади Пушкина.